На вязальных машинах с нитеводом жаккард вяжется очень просто. Здесь главное быть очень внимательным, потому что мы выдвигаем в рабочее положение и в переднее нерабочее положение иглы руками. Для начала первое, что я делаю, отключаю рычаги на каретке, которые ставят иглы в рабочее положение из переднего нерабочего. Мне это не нужно, я это буду делать руками, иначе у меня рисунок весь будет сбит. И дальше руками выставляю иглы в переднее нерабочее положение одного цвета в рабочее второго. Итак, сейчас я вяжу фон. Бабочка у меня красная, фон зеленый. Я ставлю в рабочее положение иглы фона, бабочку вперед. Смотрю по рапорту. Эти все будут работать. Бабочка. Раз. Через одну бабочку. Ставим работу. Поскольку у нас мы сейчас вяжем не перфокартой, а ручную рисунок выполняем. Это в основном используется для машин без перфокарт, либо если мы вяжем жаккард, которого перфокарты для которого у нас нет, то делается это именно так. Как вы видите, у меня даже иглы не стоят в нитеводе, хотя по-хорошему, чтобы не держать в руках, надо обе нитки заправить в нитевод. Так, сейчас я вяжу фон, заправляю нить в машину, провязываю один ряд. Если у меня рисунок очень отличается, каждый ряд у меня меняет рисунок, моя задача перевести каретку на ту сторону, где у меня осталась нить следующего рисунка. Итак, я могу либо перевести, если у меня машина позволяет это делать, если есть отключение, либо перенести ее руками. Итак, теперь меняю местами иголочки. То, которое у меня не работало, идет в работу. А те, которые у меня не работали, идут в переднее нерабочее положение. Так, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Эти работают, эти не работают. Смотрите рапорт, по нему все будет понятно, что я сейчас делаю. То есть сначала я вставляю в рабочее положение иглы одного цвета по рапорту, потом этот же ряд я провязываю другим цветом, выставляя иглы, которые у меня не работали, в работу. И смотрите, еще такой момент. Если я сейчас, как придется, поставлю нитку, то у меня вот здесь вот будут тоже перетяжки. Мне это не нужно. Поэтому я беру нить, обвиваю стоящую впереди иголку рядом с той иглой, которую я буду провязывать, и над иглами провожу нить и заправляю в нитевод. У меня получается, что вот здесь вот моя нитка идет над иголками, потому что когда я провяжу ряд, вот здесь у меня никаких хвостов болтаться не будет. Вот я обвила иголку, у меня здесь не будет дырочки, не будет никакого ослабления. И в то же время у меня нигде ничего не болтается. У меня, видите, красная бабочка, никаких протяжек по сторонам нет. Именно потому, что я делаю вот так, обвили. И теперь, когда я буду вязать бабочку в следующий раз, я обвью иглу, стоящую впереди, ниткой и проложу ее на иглы, стоящие впереди. И после этого заправлю нитку в нитевод. Но сейчас я эту нить убираю. Опускаю ее вниз там, где она заканчивается, и по рапорту меняю иглы. У меня теперь будет не работать. Так, эти пойдут в работу. Бабочку. Я убираю бабочку. Выставили. Не забудьте иглы, которые стоят в переднем рабочем положении. Еще раз проверили. Посмотрели, что остальные иголочки ровненько встали. Это у меня фон, беру зеленую и провязываю один ряд. Теперь меняю местами фон и бабочку. То, что у меня не работало, идет работать. Остальные вперед. Те иглы, которые у меня не работали, их хорошо видно по протяжкам. Так, эти у меня идут работать, остальные выставляются в переднее нерабочее положение. Вот так по очереди, меняя местами иглы, я провязываю каждый ряд два раза, если у меня два цвета. Если у меня больше двух цветов, то я провязываю, соответственно, столько раз, сколько у меня цветов. При этом такой момент, если у вас машина хорошо закреплена,
Не обязательно пользоваться нитеводами. Вы видели, что я сейчас провязываю без нитевода. Это гораздо удобнее, если у меня очень много ниток. Вот они тут все будут болтаться, я просто беру нужную мне с нужного места, обвиваю стоящую рядышком иголку для того, чтобы закрыть дырочки и закрепить эту нитку как следует. Завожу ее в машину, провязываю ряд, опускаю нитку. Видите, все болтается внизу и ничего не мешает. Если у меня будет нитевод, мне придется заводить за машину, закреплять. Постоянно эти нитки у меня будут путаться между собой. Это, в принципе, не очень удобно. Я, поскольку избалована машинкой с ручной прокладкой, в некоторых моментах это гораздо удобнее, в том числе при вязании вот таких вот жаккардов. Поэтому я стараюсь применять технологии от разных машин, можно сказать, не по назначению. Считаю, что вот такой вариант, когда у меня нити свободно свисают, и небольшой рисунок какой-то, я вполне могу провязывать руками. Это чисто технически гораздо проще и быстрее. У меня ничего не путается, у меня эти клубки совершенно свободно лежат внизу, ничего не замоталось, не запуталось, ничего не сверху не болтается, и никакие узлы не завязываются. И в то же время я всегда вижу, какая нитка у меня закончила вязать, какую мне сейчас нужно брать. Если у вас перфокарта, у вас, конечно, обязательно все должно быть заправлено по всем нормам для вашей машинки, и вяжете вы две нити одновременно, провязывается один ряд. Если же мы вяжем ручную жаккард, вот как сейчас я вам показываю, то вот такой способ гораздо технически, как на мой взгляд, технически вот более удобен. Потому что сложнее запутаться, ничего вот здесь вот не болтается и нервы не портит. Вот. Попробуйте, может быть, так у вас получится. Самое главное, это просто менять местами иглы фона и рисунка, и провязываем два раза один ряд. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. Подпишитесь на мой канал и приходите на наш сайт «Избавь-вязальня.рф», где любой человек с любой вязальной машиной научится вязать быстро и качественно. Машинное вязание – это как езда на машине, без правил и без тормозов. Ваша Наталья Некрасова.